На улице растет девичий виноград. Радует, обрамляет контур балкона. Но тут он решил пробраться и поселиться прямо внутри балкона. Он сам вылез, я его сюда не садила. И я решила посмотреть, что он будет делать дальше. Вот он бежит, бежит и уже набирает свою силу. Добегает до потолка. Так что девичий виноград может жить своей жизнью и под палубой пустить свои побеги. Как вот здесь, допустим, тоже он бежит и бежит. Ну, потом то, что лишнее, я удаляю. Но пока я любуюсь, как он пробрался на мой балкон. Вот так бывает. Девичий виноград пробрался на балкон. А сам вот тут вот красиво обрамляет контур. Сейчас издалека покажу вам. Вот, садим девичий виноград в свое пространство. И если вдруг он на вас нападает, ничего страшного, можно обрезать. Но пока красиво. Доброе утро, дорогие друзья. А вы на канале Сад у Татьяны. Всем хорошего дня. Пока-пока.